От клубники до черной икры. Всю линейку товаров, производимых в Ярославской области, можно увидеть на открывшейся в казармах традиционной выставке-ярмарке сельхоздостижений. Плоды своих трудов сюда привезли ярославцы и гости из соседних регионов. Помимо дачников и садоводов-любителей участвуют и сельхозпредприятия. В этом году ярмарка обрела некий социальный окрас. Ее девиз – «Покупай Ярославское». Ярославль – это город людей-тружеников. Они работают на своих дачных, приусадебных участках и выращивают большее количество овощей, фруктов, чем даже производители сельскохозяйственные. В этом году очень хорошие помидоры, лук хороший, огурцы хорошие. То есть урожай в этом году удался. А это 16-я выставка, которая сложилась в городе Ярославле. Она будет продолжена, а мэрия со своей стороны всегда будет помогать своим жителям.